Так, ребят, ну что я хочу вам сказать. У нас пошел снег, ребят. Карл, снег, не дождь. Это же круто вообще. Потому что у нас весь сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь шел дождь. Снега толком не было. Так он попадал и сразу таял. А это прилетел мороз с Москвы. За ним прилетел снег. И, в общем, засыпет нас хорошо. Хорошо, я сегодня канализационный слив такой из раковины в брудерный накрыл картонкой в ящике, чтобы снегом не засыпало. А то у меня засыпало эту трубу снегом, вода стекала и замерзала. И, в общем, раковина не работала. А, подожди, у меня там же греющий кабель уже установлен. Ну, лучше перебздеть, чем не добздеть. В общем, все равно накрыл я этот слив. В общем, отлично, ребят. Плохо то, что вот под снегом у нас лед, потому что 2 дня назад был ледяной дождь, и, в общем, снег выпадает на лед. В общем, скользковато идти. Но все равно хоть дети пусть порадуются, на санках покатаются, блин. А то без снега как-то это жутко им, наверное. Они не знают, что такое зима, некоторые детки. Не, а для меня снег — это плохо, это надо будет дорогу чистить к дому. Если честно, уже хочется сказать: горшочек не вари. Что-то горшочек не останавливается. Ну, немножко бы выпал, как бы, да, и все. Нет, он что-то сыпет и сыпет. За всю зиму хочет за один день выпасть, что ли.